Добрый поздний вечер. Мы на своей площадке у гаражного комплекса, и к нам, ну вообще, это чудеса, они случаются очень редко. Пришли вместе Пума и Шерри. Я потом расскажу вам историю этих ботинок. Это в этих в лапах четырех. Ну, этот. Как тебя зовут? А вы посмотрите еще, как они отсвечивают это, ну, светоотражение на экране. Так, ну что, Шерри, давно не виделись, как дела? Так, а Пуму-то мы уже давно не виделись. Пума, как дела? А? Ты куда смотришь-то? Идите поиграйте с Сатошей. Идите, поиграйте с Сатошей. То мы тоже не совсем надолго. В начале 12-го уже двинем. Уже двинем. Вон какие яркие. А ты-то уже тут снег подъедаешь. Опять дома не попил. И уже тебя тут уже прямо это самое. Тискают прямо. Соскучились по тебе. По противному. Ну, ну, девчонки, давайте повеселитесь. Повеселитесь. Сейчас я поставлю на паузу. Вы сейчас вспомните своего лохматого друга и погоняете его. Да? Шерри. Шерри. Ну? Вот такое у нас вечерняя, такая вечерняя встреча наших подружек старых и молодых тоже. Все, выключаюсь, пока на паузе. Пока на паузе.